жемчугахин инхадым. Несмотря на внушительный список музыкальных заслуг, в таком формате Таисия Гордонова выступает впервые. Сегодня она главный герой проекта библиотечного информационного центра «22 вопроса к». Приглашаем на эти встречи абсолютно разных людей. Главное, чтобы они были интересны школьникам, которые расскажут не только о своей профессии, но и о своей жизни, как они пришли к тому или иному направлению, как они пришли к той или иной профессии, чем они занимаются. В общем, раскрываем личность. Многие школьники из зала – бывшие одноклассники и друзья. И от этого волнительно вдвойне, говорит Таисия. Однако справляться со сценическими переживаниями она умеет. В 13 лет у нее 40 гран-при международных и всероссийских конкурсов, именные премии губернатора Подмосковья и главы Одинцовского округа. За спиной участие во многих известных телевизионных проектах. Были съемки детского выпуска передачи «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия-1». Это был мой первый опыт, когда я пела перед количеством огромным жюри. Было 100 человек в жюри. И потом меня впервые показали по какому-то значимому такому каналу. И это было прям незабываемо, наверное. А еще фортепиано, гитара, несколько языков, хореография, психология и море других увлечений. Как она все успевает? Этот вопрос наверняка хотел задать каждый в зале. Стараюсь как-то совмещать сразу после школы. Я бегаю на занятия, иногда школу пропускаю, разъезжаю по разным конкурсам, фестивалям, мероприятиям. Конечно, во многом помогают родители, говорит героиня. Контролируют график, дают советы. У гостей такая многогранная личность вызвала неподдельный интерес. Ребята задавали вопросы наперебой. Вы никогда не думали, допустим, там попробовать озвучивать, допустим, всякие песни, созданные для игр или фильмов? По факту, а, кстати, очень интересный вопрос. Именно об этом давно мечтала, говорит Таисия. А кроме того, в планах создать свою группу, поучаствовать в мюзикле, выучить еще несколько языков, путешествовать и многое другое. Этот азарт и энергия наверняка запомнятся каждому участнику встречи. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».